Новый инклюзивный вид спорта презентовали в Астане. Называется он армбэк. Это своего рода модернизированный армрестлинг. Для детишек с особыми потребностями была разработана не только методика, но и специальный инвентарь, более доступный и безопасный. Сегодня состоялся первый турнир. Асимжан Жузбаева продолжит. В Казахстане уже шестой год работает физкультурно-оздоровительный комплекс «ЖАЗ Жаунгер». Тут дети с ограниченными возможностями практикуют адаптивную физкультуру, каждый раз пробуя новые инновационные методы. Одним из успешных проектов тренеры-энтузиасты считают новый вид спорта «Армбэк». Это тот же армрестлинг, только адаптированный для особенных детей. Армрестлинг – травмоопасный спорт, а мы сделали инвентарь, специально такой разработали, модернизировали. Мы спорт приуравняли, не отделяем ни от кого, наоборот, приспосабливаем социуму. Мы будем этот пропагандировать, ведь это будет казахстанский национальным видом спорта, чтобы в мире знали, что в Казахстане есть тоже развиваются новые виды спорта. Чтобы испытать свои силы в новом виде спорта, в столице собрались свыше 80 юных спортсменов из 8 городов Казахстана. Участников сопровождали их родители. И те, и другие не скрывают своего волнения. У меня отличное ощущение, настроение, не знаю, боевое. Я очень рад тому, что сюда, здесь присутствую. И я очень довольна тому, что сюда начал ходить. Вообще все мамы, мы очень счастливы. И я как мама, зная свои его особенности, очень радуюсь тем, что он занимается адаптивным спортом. Потому что когда ребенок где-то задействован, ну, это очень классно и мотивирует. Мажлисмен Нартай Сарсенгалиев считает, что такой вид спорта стирает границу между людьми. Это только первый шаг. Нужно время для того, чтобы данная методика была признана не только в нашей стране, но и за рубежом. Несмотря на это, специалисты из других стран проявляют большой интерес к новой разработке. Есть даже те, кто уже хочет ее внедрить. По итогам первого турнира по армбэку юные спортсмены были награждены медалями и кубками. Асимжан Жузбаева, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.